Недавно моему креслу пришел капец, ну то есть конец. А что произошло? И из-за чего произошло? Я говорил в прошлом видео. Знатно я, конечно, грохнулся со стула. Хоть и было много хейта, но в целом у меня получилось прийти к результату. Потому как, во-первых, я преодолел разочарование и занялся делом. Во-вторых, я вдохновил тысячи людей на позитивные эмоции и на то, чтобы сделать крутую вещь своими руками. Ведь именно поэтому на меня подписываются и ставят миллионы лайков. Миру нужна доброта и позитивный настрой в балансе с отрицательными проявлениями. Ну и в-третьих, я сам сделал отличный стул, который я теперь могу разрисовать в своем стиле комплетионизма и каллиграфии. И это будет предмет современного искусства, а не простая скучная вещица. Когда я достигну 10 миллионов подписчиков, я смогу делать более масштабные проекты, которые вдохновят вас еще больше на невероятные свершения. Всех обнял, пойду разрисовывать стул.